Здрасте, автоклав на 500 литров, 4 банки, 4-500 банок, короче. Пульт управления, межзарядная стенка, 3 блока по 10 кВт, сетевая кнопка, не будет воды, зарится авария, и 3 блока по 10 кВт. Терморегулятор работает по температуре, стоит у нас группа безопасности, здесь тены, 3 тена по 10 кВт. Краники, это в камеру заливается, это подача охлаждения, сюда подается, сюда выходит охлаждение. Это подается в камеру, здесь у нас для циркуляции ставится насос. То есть сюда подается, снизу забирается, либо горячая вода циркулирует, либо холодная вода циркулирует. Это приливная трубка, здесь группа безопасности. Крышка на болтах, с пультом управления, кран слива, 32 ДУ, блин. Ну, облицовка, то есть резинка зажимается болтами, крышка снимается на ремболтом, поднимается тельфером. И 4 корзины загрузочных. Ну все, автоклав готов к работе.